Когда мы говорим о алкоголизме и о пьянстве, особенно за рулем, то я, например, категорический противник любого наличия алкоголя в крови. Я за нулевые промилле. Потому что я сам не пьющий человек, может быть, из-за этого я так жестко к этому отношусь. Я считаю, что зря сейчас Дума пошла на послабление. Закон, который запрещал полностью любое наличие алкоголя в крови, в наших условиях, в нашей стране, это правильный закон. На самом деле, по этой причине все меньше и меньше случалось страшных происшествий. Но, к сожалению, большинство переломила ситуацию и ввели опять эти промилле. Повысят штрафы? Ну, я думаю, что все равно пьяных будет за рулем много. В нашей стране можно либо вообще запретить что-то делать, а вот такие половинчатые меры, что чуть-чуть можно, а потом нельзя, всегда найдутся те, которые будут считать, что у них в крови то кефир, то еще что-то. Ну, изобретателей много. В нашей стране по алкоголизму, по пьянству должны полностью быть запреты. Это вот мое мнение.